Они падают. 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 Вы солгали мне. Нашел. Хорошо. Садись. Я сдался, не найдя его. Но мне кажется, что определенные проблемы загоняют компьютеры в некую петлю, которая ведет к замыканию. Но перед тем, как сгореть, машина осознает собственную структуру. Компьютер понимает свою кремниевую природу и распечатывает ее составляющие. Компьютер обретает разум? В некотором смысле, наверное. Изучение систем заставили Евклида познать себя. Перед смертью он выплюнул число. Оно определяет сознание? Нет, Макс. Это всего лишь гадкий вирус. За ним что-то кроется, Соул. Нет, это тупик. Больше ничего нет. Ничего. Это дверь, Соул. Дверь. А за ней обрыв. Ты бежишь к пропасти. Тебе нужно остановиться. Остановись. Вы боялись этого. Поэтому вы сдались. Макс, я обжегся. Ну же, Соул, у меня был приступ. Ерунда. Это математика, числа, идеи. В этом нужно доходить до крайности. В жизни есть не только математика. Вы учили меня этому. Это смерть, Макс. Вы этого не знаете. Вы спрятались за Го, за книгами, золотыми рыбками. Макс, иди домой. Но вы не успокоились. Убирайся. Я узнаю, что это, и увижу. Вон из моего дома. Я пойму, что это.